Андрей, а что ты встал? Да что мои, там место. А зачем ты встал? О, братец, выходишь? Держи. Тихо, куда ты садишься? А зачем ты встал? Ты же сел. Что тебя понесло? Ну, все, стой там. Зачем ты встал? Мама, это аквариум. Только в магазине. Да. Но все равно будет просвечивать. Ну, мы сейчас нормально пока доедем, потом мы это запускать будем. Пойдем тогда пока. Там мороженое поедешь. Thank you.
еще его пускают. Видишь, отсюда выезжаю. Что здесь плохо. Что-то надо много. Действуйте! Лучше бы я реально не ехал на этой маршрутке. Вот, серьезно. Вот вы знаете, я сейчас сколько в пробке на ней стоял. Мы около того пропускного пункта стояли. Ну, то, что, блядь, там пропускная система. И, блядь, мы там стояли реально минут 10. Я, конечно, поставил на паузу, зачем мне все это снимать. Мы минут 10 там стояли. Это просто пипец. И в итоге приехали к этому москвариуму, в котором мне даже не надо. Ну ладно, сейчас дойду до нужного павильона. Ну типа, блин, мы стояли там 10 минут, я лучше бы реально пешком дошел от главного входа
до павильона, потому что это просто кошмар. В этой маршрутке неудобно, там сиденьки неудобные, какая-то странная штука под ногами. Вот. Ужасно душно и много народу. Там просто духотища было, очень удобно сидеть. Поэтому это пипец, уж не будет больше на этих маршрутках гребаных ездить. Вот. Сейчас мы реально ездили, ждали еще минут 10 на этом пропускном пункте, потому что там каждого водителя проверяет. Вот там даже водитель спорил с этой с охранником, с двумя охранниками. Вот. Ну я, правда, полностью не снял, но они там спорили, короче, пипец просто. Вот. В итоге доспорились, пропустили они нас, вот, и с горе-полом уже доехали. Вот. Еще там, блин, какие-то пассажиры, блин, конченые вообще. Как будто бы там был чел, хрен пойми какой, который орал постоянно, что-то там этого мычал. Вот там вот как сейчас было на видео, когда я выходил. Еще кто-то там орал постоянно, хрен пойми что. То есть пассажиры, конечно, просто пипец. Так. Ну теперь я ищу, собственно говоря, 55-й павильон. Чтобы мне наконец-то попасть на эту выставку Russian Elevator Week. Что-то даже непонятно, где этот павильон, потому что какой-то задница. Это Москва-Рюм вообще. Ну ладно. Фух.